Я пони-единорожка. Привет, Риточка. Здравствуйте, детишки. Сейчас я вас буду лечить. Я приготовила для вас специальный шприц с зеленой жидкостью. А, я не хочу уколов. Рита, ты хочешь укол? Нет, конечно, я их боюсь. Да-да-да, давай отсюда убегать. Давай, какой-то так. Кубок мне не дают. Вон она ходит с шприцом. Это... Да быстрее сбежим. Это малышка Барри, которая переоделась доктором. Вот смотри, тут стрелка. Так, по стрелочке, отличненько. Все, ура! Все, сбежали, ура, конец видео. Ой, вся... продолжай бить, бить, продолжай, бам-бам-бам. Что это такое? Мы не сбежали? Нет, не сбежали, может надо вниз? Нет, там лава. Так, ну думаю уже идти вперед. Смотри, тут морф есть. Тут есть морф ангел-ребенок, интересно. Так, давай смотри, нажимай кнопочку и бежим. Нажал. У тебя своя кнопочка, у меня своя кнопочка. И? Они отключаются или нет? Не знаю. Нет, не отключаются. Какая-то красная полнота. Ой, это что за страшное? Прыгай. Прыгнуть тебя вниз, да? Меня не жалко. Дочка, что за дела? Толкну ее. Она меня перехитрила. Пришлось упасть из-за того, что... Я тебе шляпу помяла. Играйте за знаковых персонажей и гоняйте за своими друзьями. Чтобы получить доступ к этим персонажам, вам нужно присоединиться к нашей группе. А, короче, если присоединишься, то можно мархироваться. Очень интересно. Папа, там этот малыш. А, мы вон оттуда же сбежали. Малыш Барри, пожалуйста, не трогай нас. Малыш доктор Барри, нет, я не хочу уколы. Я не хочу укол. Я не хочу укол. Нет. Все, ухожу, 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 ухожу. Он поднимается за мной. Я не хочу укол. Я сбегаю. Йо-хо! Ты меня не догонишь, ты меня не поймаешь. Би-би-би. Би-би-би. Ребят, я пойду посмотрю, что тут есть. Вот какой-то. Тут какая-то комната. Я собрала морф. Ты морф собрала? Да. А я полезу сейчас на самый верх. А нужно не туда, видишь стрелочку? Я знаю, но я хочу забраться на вершину. Меня догнал Барри, воткнул мне шприц. А нечего было лазить, где попало. Я уже нажала кнопку. Хорошо, все. Иди. Да бегу, бегу. А вон там что за проход? Не знаю, но лучше бежать в другое место, где, куда стрелка показывает. Ну уж нет, я пойду посмотрю, что там. Итак, здесь смотри, что я нашел. Здесь МРТ делают. Так, Барри вон там бегает. Отлично, Барри, не трогай меня. Я уже получил укол, хватит. Все, бегу за дочкой. Там морф. Там морф? Да, вон, смотри, кубик. Ой, кубок. Ты морфировалась уже? Нет, еще. А как это делать? Вот тут морфы написано. Взял морф-робот, разблокирован. Ну-ка попробуем. Экипировка. Вау, я стал... Это же морф-фри! Морф-картошка-фри! Пойдем! Не мешайся, тут картошка-фри идет. Картошка-фри, пошли. Картошка-фри идет. Картошка-фри. Да. Дойти. Я не знаю пока. О, вот смотри, тубзики. Тубзики. Отлично, вышибаем и... Тут морф. Еще один. Фу, воняет. Тут надо взять лопату и выкопать ямку. Копаем. Все. Копаем ямку в туалете. Я уже докопала. Есть, я выбрался. О, это обе батарейки. А как пацан так прыгает? А, это, наверное, микстурка. А где мне микстурку? Ну вот, прыгай по микстуркам. А, вот это бинты, мне кажется. А не микстурки. А, ну да, наверное. То сверху видно узорчики. Так, не мешайте, тут картошка фри идет. Ух ты, другой какой-то робот. Это кукуруза вроде. А, Рита, подставу ты мне сделала, да? Меня лагает. Да что такое теперь? Девочка мне сделала подставу. Что же вы мне все делаете подставу? Я тебе сам упал. Так. Есть, наконец-то перепрыгнула. Рита, ты где? Я не могу это пройти. А, ты тоже падаешь постоянно? Меня очень сильно лагает. Нашел еще кубок один и разблокирован. Ух ты, вот этот морф разблокирован. Хочу морфануться. Рита, я переоделся в какого-то повара красного. Если ты будешь плохо учиться, я вот этой лопаткой тебе настучу. Нет, все, бежим от папы. Не от надо от повара. Папа повар, да. Папа злобный. Будь осторожен. Будь осторожен, тут шарик какой-то катается. Так, я сейчас проскочу, и он мне не заденет. Не задел. Тут какое-то дерево.
Вау, дерево! Спасибо, что играете в наши игры. Тут веселое дерево светится. И здесь, прикольно. Так, шар прокатился. Ай, меня задело, даже не задев. Тебя задело, не задев? Да. А, есть, я успел. Фух. Так, меня не задело. Да что это такое? Так, я пойду в тайную комнату сгоняю. И сюда, я успел, ребята. Забираюсь сюда. Проходим, смотрите. Сюда, теперь перепрыгиваю сюда. Почти выжил. Так, теперь вот здесь вот надо аккуратненько прыгануть. Отлично, забираемся. И я нашел кристаллик. А что, может быть, какую-нибудь медальку мне дадут? Ребята, знаете, почему у меня такое злое лицо? Потому что я вижу, что кто-то не подписался на канал. Срочно подпишитесь. Все, теперь выпрыгиваю сюда. Там шарик носится. Выпрыгнул. И теперь просто перемещаюсь вот сюда. Ребята, отлично, я забрал и кристаллик. И стал таким чувачком. И мы где-то тут. А, смотрите, какая-то девочка теперь тут бегает. Боже мой. Покрутил. Так, хорошо, что она в стену врезалась. И теперь не может меня поймать. Так, она бежит за мной. Я иду наверх, перепрыгиваю. Рита, зачем ты спрыгнула? Да оно само. Само? Не работает прыжок. Да, как не работает? Ну-ка смотрим. Ребятки, я пропустил кубок. Придется спуститься за кубком. Есть! А это что такое? Новый морф. Попробую морфануться. И кем это я стал? Это какой-то странный... Единорожка, ребята, это же единорожка, я пони. Я пони-единорожка, привет, Риточка. Ребята, у нее лагает игра. Так, она даже запрыгнуть... О! Рита, что случилось? Папа, я вылетела. Вылетела из игры? Какой да. Кошмар, ребята. Поддержите Риту, ей очень грустно. Она так хотела пройти этот обби. Поставьте, пожалуйста, ей лайк. Так, ладно. Рита, тогда подсказывай, что мне делать. Прыгай по лесенкам. Спасибо, это очевидно. А что тут? Не знаю. А, это лифт, наверное. Нажать рычаг? Странно. Нажать рычаг. Есть. Я думала, мы поедем вниз, мы поехали. Я тоже думала, что вниз. Вверх. Кафе, тренинг по безопасности. Посмотрим. Ой. Ой-ой-ой, смотрите, что там. Так, выпью. Выпиваем. И, скорее всего, сейчас буду быстро бегать. Единорожка побежал. Смотрите, как я смешно бегаю. Ой, очень смешно. Еще раз. Надо с красной полосы прыгать. Давай, папа, скорей. Давай. Бегу. Так. Бежи. Бежу. Так, вот так. Вот так. Фух. А тут еще какие-то прыжки. Да там, по-моему, ничего интересного. Ну, пошли. И у меня уже нету прыжков. Все, забираемся. Зеленый заполз, единорожка. Так ползешь? Да, я пони, единорожка. У тебя руки пингвины, пингвиньи. Пингвиньи руки. Так, иди сюда написано. Окей, пойдем. И найдите лестницу. Ребята, найдите. Ой, а где лестница? Где же лестница, ребята? Где лестница? Непонятно. А, вот она. Все, нашли. Нашли лестницу. Так, сейчас меня тут, походу, сдует. А, нет. Там мне надо идти против ветра. Холодно! Я аж позеленел от холода. Ты не так зеленый. Точно. Ты такая внимательная. Ты сразу заметила, что я зеленый. Ой, когда я приближаю, мне какая-то рожа становится страшная. А так ничего, милая. Так, тут какие-то доски. Такое ощущение, что по другой доске нельзя было идти, можно было рухнуть, но... Да. Не факт. Как может расти дерево из доски? Я не знаю. Здесь нужно, походу, нажать какие-нибудь кнопочки. Да, там какая-то паутина, кстати. Паутина? Это вентиль. А. Паутина. Сама ты паутина. Это вентилятор. Так. Вон еще один вентилятор. Вентиль. Вентиль. Не вентилятор, а вентиль. И вот еще один. Давай, прыгай. Есть. Спасибо за подсказку. Спасибо за подсказку. Есть. Все, нажал. И куда идти? Все, мы нажали все вентили и теперь забираемся наверх и идем. А, это клапаны написано. Закройте все клапаны. Мы закрыли все клапаны. Вот здесь, наверное, шел газ страшный. Вот тут вот.
Мы закрыли клапаны, и теперь я спокойно прохожу. Здесь надо перепрыгнуть, здесь запрыгнуть. Здесь вот сюда, и тут, наверное, прошли, да? Надеюсь, это все. Опять какой-то ветер, сейчас меня сдует. Да, это сдует. Ой, ай, интересно, а кубков ты не видишь? Не вижу. Шляпы какие-то. Я не успеваю следить. Фух. Пойдем. Ой, оказалось, что у меня есть хвост. Я же говорю, я пони. Я пони однозначно, ребята. Так, снова дуешь. А, вот сюда нужно запрыгнуть. Давай. И есть. Получилось. Зеленый пони в зеленую вентиляцию. Класс. В зеленой комнате зеленая пони бежит от незеленого малыша. Зеленый малыш, незеленый малыш Барри за мной охотится. Сейчас надо взять Едазуку. Быстрее за Едазукой. Едазука. Едазука. Взял. Беги. Перепрыгнул. Есть. Давай, пушка его. На, держи. Держи. На тебе едой. Держи, держи, держи. На, вкусный кетчуп, бургер, еще что-нибудь. На тебе. Фу. Получилось. Он взорвался. Ну, конечно, когда в лицо тебе бургером трескают, можно и взорваться. И, наконец-то, мы сбежали, да? Да. И почти сбежали. Эх, мы еще не сбежали. Ну ладно, прокатимся зато на горке. Единорог катается на горке. Ю-ху! Бамс, об стенку единорог упал. Ого. Приземлился. Детский робот. Забираемся по лестнице. Как я смешно двигаюсь. Какие у меня смешные ножки и хвостик. Выход, ну наконец-то. Обманули меня снова. Так. Это еще не выход. Зеленые, красные лазеры. Боже мой, они хотят меня сжечь. Фух. Так. Еле пролетел. Давай еще. Есть, пролетел. Ура, молодец. Ребята, видели, я с первого раза прошел. Мои зеленые глаза в шоке. Какой пасхальный учитель. И мы попадаем. Там луна. Там выход. Не знаю, наверное. Вот он, огромный шприц с зеленой огромной жидкостью. Переходим сюда и стреляй в Зевса. Это что? Где Зевс? Это что Зевс? Да, по это он. По мне молниями лупатят. Это не Зевс, это какая-то девочка. С волшебной палочкой, да? Да, это волшебный малыш. Волшебный малыш, какой-то он не маленький. Молнии красивые, смотрите, прямо из неба по мне стреляют. Она какая-то довольно безопасная. Если под молнию не попадать, то зеленый пони легко убивает такую девочку. Что, она испарилась? Вон там выход был, вот. Да я отсюда пришел. Нет, тебе нужно направо бежать. Вот, видишь? Ты такая внимательная, ребята, Рита такая внимательная. Да. Я врезался в стену. А ты нет, ты в стену врезался. О, меня телепортануло. Здесь морфы, которые можно будет взять. Портал куда-то. В другую игру. Что? Так, спрячусь. Да, это начало. Начало игры. Ну, получается, ты типа прошел, но типа не прошел, да? О, а я что, могу по ней до сих пор стрелять? Ну, давай, пробуй. Не пофиг вообще. Ладно. Все, друзья, я сбежал от этого малыша Барри, но почему-то стал пони зеленым. Все, хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока. Пока. И посмотри еще какой-нибудь наш видосик. Для хорошего настроения. А я проверю, что тут.